Уже завтра. Для тех, кто действительно любит свой район и родное Подмосковье, наверное, будет неправильно упустить возможность принять участие в акции «Наш лес, посади свое дерево». Главная областная площадка в этот раз развернута в Щелковском районе, в окрестностях деревни Топорково, Анискинского поселения. Финальную готовность сегодня проверили зампред правительства Московской области Александр Чупраков и руководитель областного комитета лесного хозяйства Иван Советников. Акция «Наш лес» проводится в Московской области уже пятый год с целью всем миром восстановить подмосковные леса, пораженные короедом. А это 74 тысячи гектаров. В 2015 году усилиями ученых и специалистов леса удалось остановить эпидемию жука-короеда. Там, где прошли сплошные санитарные рубки, проводятся лесовосстановительные мероприятия. Поле в Топорково – одно из немногих оставшихся самых больших. Его площадь 35 гектаров. Важно отметить, что никакой застройки опустевшие земли Государственного лесного фонда не подлежат. Мы как раз и приглашаем людей для того, чтобы они воочию сами убедились в том, что на тех площадках, которые мы вынуждены вырубать, проводить санитарные рубки, оздоровительные мероприятия, ничего кроме леса быть не может. В Московской области к завтрашней акции подготовлены 94 площадки на территории Гослесфонда. Кроме этого, еще около 1000 площадок в населенных пунктах. Жители будут озеленять скверы, парки, дворы и просто пустыри. В ходе рабочего совещания окончательно согласовали вопросы обеспечения безопасности, маршруты движения и парковки транспорта, высадки людей, координацию работы волонтеров, размещение тематических площадок. Поскольку наш район стал центром акции, то и программа особенная. К тому же ожидаются гости. Мы впервые организуем реализацию сельхозпродукции и продукции местных сельхозпроизводителей. Кроме этого, здесь мы будем демонстрировать и противопожарную технику, и систему мониторинга за противопожарным состоянием лесов. Поэтому здесь будет интересно. Интересно и взрослым, и детям. Всем, кто поедет в Топорково сажать лес, настоятельно рекомендуется надеть резиновые сапоги. Сегодня на площадке относительно сухо, наиболее проблемные участки засыпаны щепой, но канавы с водой все же встречаются, к тому же может пойти дождь. В 7:30 утра с площади Ленина отправятся бесплатные автобусы. Для тех, кто приедет на личном транспорте, организована парковка. На всей территории акции будут работать волонтеры. Инвентарь и саженцы всем выдадут. Завтра с утра мы будем полностью готовы принять всех жителей и создать отличное настроение для того, чтобы мы все вместе посадили лес. Абсолютно все готово. Сейчас расставим все элементы для того, чтобы была креативная зона, зона питания, соответственно, театральная зона, зона выставки пожарной техники. Я с уважением, любовью и с нетерпением вас всех буду ждать на этой площадке для того, чтобы мы вместе семейно посадили наш лес. Уже завтра на эту поляну выйдут тысячи людей. Организаторы областной экологической акции «Наш лес, посади свое дерево» приглашают приходить семьями, с детьми, приводить друзей, знакомых и провести эту субботу с пользой, познавательно и весело. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».